Выключи свет. На, твоя очередь играть. Это что, это Atari, что ли? PS4. Я выиграл? Да. Это вот весь смысл, да? Да. Блядь, чувак. Даже тут я смогу проиграть. Да спорим, проиграешь. Что за хуйня? Да вы гоните, что ли? А, вот оно что. Да, Big Jump. The world didn't want him to fail here. It was pushing him. О, река. Я нашел. Я нашел свою смерть. Бля, чувак. Надеюсь, это уже середина игры. Ну играй. Почти до однёрки дошёл. Что такое до однёрки? Ну у тебя пока 0.7. Человек, он нас съемит. Чуть значит все. Да. Да блять. Ты все застрял. А ты думал, это легко думал? Он не прыгает вот в этот момент. Почему? Ha 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 ha!
все, ты пришел до своего потолка. 0,7, да, говоришь, это было? Да. Ну все, я сейчас сдамся. Ну потому что это пиздец какой-то. Я слишком умный для таких игр. Те вспышки тупые. Так, мне не нравится эта хуйня. Что это значит? Что это значит? Чё это за стрелочки? Рот ебал. Не хочу, отстаньте от меня. Это говно полное. Говно опоссума, блядь. Че, не сюда, что ли? О, господи. Хватит смотри, пердеть. Смотри, как уже резво прыгать научился. Хватит пердеть. Feeling self getting smarter. Блять, ты реально становишься умнее с каждой секунды. He was evolving. Гениально. Еще минут 20 так попрыгай. Тут будет этот арт-стрим. Я вот так буду качаться. Мне нравится вот это место. Просто качаешься на волнах. Даже ничего с тобой не случится. А вдруг ты умрешь? Да скорее бы вдруг уже. Вдруг тебя укачает. Я такой... Ну и кал. Ты еще, наверное, за 20 евро купил эту игру. Или за 40. Скидывай из себя кого? Айфон, микрофон. Блядь, на сбой, чувак. Не джойстик, на сбой. А! Я занял свою позицию, давай. Давай, пошли. Это ты должен управлять. R1. Давай, пошли, заебал. Ну я, конечно, попробую, но тебе доказать, что нельзя подсоединиться. Ну а смысл? Бессмысленная тогда игра получается, если двое нельзя. Чё, классно? Вот. Крис had been doing fine. Wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Actually, not telling the grace, probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Да
ты за... Теперь надо помочь вот этому. А он, блядь, внизу, да? Ты, блядь, только сейчас мимо проскакал. Что ты сделал? Прежде чем ты додумаешься, годы пройдут же. Зачем об этом думать? Сам играл, снял головоломки, все вот это все. Да ёпта, блин. Я уже устал, как землю, блин. Как еще темнее. Не хочу. Нахуй. Мне голова болит уже. Да классный кусочек. Я посмотрю, пожалуй. Ну то ладно. Ну быстро сдался. Это только 1/100 игры. Но уж давно должно было закончиться. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Ёпта, бля. Хорош. До 2.08 хотя бы дойдём. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. Wow. He hoped the next portal would split them up, if only for a few levels. Я краша проходил, блядь. Мне эта херня не страшна.
ну да, ну да. Так я тебе и перепрыгнул через этот овраг. This was game day. Боже. Ну ты б не смог, точно. Мне это впереди не хватит. Trapped on the wrong side of these little dot things. Where did they come from anyway? Стрим лучшей в мире игры, напоминаю, идет сейчас. Всем, кто не согласен. Как называется? Томас Вазолом. На, скачай. На Ксиоми есть. На 3DS. Не думаю, что там есть. Ладно, поскакал я сам. John cared for his new allies. And you could tell from the sympathetic expression of the all these years. Тем, что подлиннее. Были. Блин, ну я, короче, это по форме ощущаю себя квадратом, но типа лучше всего играю за тех, что подлиннее. По форме квадратом. По знаку зодиака. А, ну так и говори. To his image that he was seen to help the little guys. А ты думал? Ты сейчас понял, что он говорит. Там целая история. Это как первые игры, которые были чисто текстовые. Нужно было там набирать все, так еще хуже. Блин.
не понимаю. Ну, что такое? Ух, как это было тяжело. Как это продолжается быть тяжелым. Я уже устал. 2,8. Спасите меня. Я буду смотреть. Блин, я до сих пор четкого алгоритма на вот эти тройные подъемы пока не разработал. А сейчас скоро четверо будет, потом пять. Но ты думал. Конечно, ты умрешь, конечно будут. Мне кажется, эту игру Гитлер сделал. На них объяснение. Все, я снова в западне. А нельзя плаву бросить? Что он нахуй? Может этим подняться на самый верх и там решить загадку, потом они подтянутся. He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. The angry orange one was less immediately likable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. Нет. По-моему, хуже игры не было. Я сдаюсь. Хочешь поиграть? Ну, поиграй. Хочу посмотреть, как ты мучишься. Я не хочу. Ну, вот смотри, как я сделал. Ну пройди 2,8, заебал. Я уже устал. Я сегодня кашу мало ел. Сегодня кашу не ел. Сегодня кашу не ел. Китайская каша. Не даешься? Да. Просто не послушай. Ну я еще подпрыгивать буду в ритм. Сейчас бумер так сыграю. Давай почитаем отзывы на Steam или... Ой, ладно. Что я взял? Так и быть.